Здравствуйте, мои замечательные зрители! Приближается Новый год, осталось чуть меньше месяца, и сегодня у нас обзор шампанского. Вот такой бюджетный вариант: дербентское, полусладкое, белое, российское игристое вино, географическое указание Дагестан. Куплено в Дикси за 179 рублей. И вот такое шампанское Канти Асти, Италия, регион Пьемонт, изготовитель Канти Фэмили. Тоже белое, полусладкое. Куплено в Метро за 679 рублей. 179 против 679. Начнем с дербентского. Ну, здесь сразу написано, что приготовлено из натуральных виноматериалов, полученных из винограда, выращенных на плантациях Дагестана. Это Республика Дагестан. Так, сорта винограда: Рислинг, Савиньон, Алиготе, Шардоне. 179 рублей. Так, открываем, посмотрим, что нам предлагает Дагестан. Ну, уже первое, что мы видим, то пробковая крышка. Это уже неожиданно и очень радует. И также на крышке логотип Дербентского завода игристых вин. То есть начало неплохое. Так, открываем. Так, открывается неплохо, вот с таким хлопком. Вот такая крышка. Дербент, в общем-то, выглядит неплохо. И знаете, вот на запах нет, вот советское шампанское, у них иногда прям дрожжевой запах бьет в нос. Здесь такого нет. Наливаю. Вот так оно поднимается, пузырится. Да, пузырьки быстро оседают. Ну, как шипучка. Хочу сказать, шампанское достаточно мягкое. То есть нет вот такого искусственного, ярко выраженного привкуса. Ну, как видите, буквально минута и пузырьков уже нет. Тем не менее, пьется очень легко, достаточно легко. Привкус неплохой. То есть нельзя сказать, что ярко выраженный фруктовый, но фруктовые нотки присутствуют. Так, еще раз повторюсь: дербентское, белое, полусладкое, шампанское. Российское игристое вино. Дагестан. Хочу сказать, что очень неплохо.
Очень пьется легко. Нет такого, что вот иногда выпьешь игристое вино, и вот прям накрывает, как будто по голове настучали. Вот, ну, какая-то вот слабость, даже не веселость, а вот именно здесь такого нет. Вино очень легкое и совсем неплохо. Дальше у нас Канти, Док, Асти. То есть это уже немного уровень повыше. Если дагестанское, дербентское шампанское изготовлено из винных материалов, то это шампанское изготовлено, ну, также называется игристое вино, изготовлено из винограда мускат. Белый 100%. Пробуем теперь его. Так, очень странно, вот, ну вот даже показываю, что здесь не за что зацепить. Поэтому сейчас мы его откроем и посмотрим, что из себя представляет Канти. Тоже, как видим, белое, полусладкое. Здесь написано, произведено в Италии. Ну, тоже пробковая, вот такая пробковая, корковая пробка с указанием региона Асти Пьемонт. Это под Турином. Так, открываем аккуратненько тоже. Ну, как видите, это шампанское открывается также достаточно, ну, с характерным хлопком. Канти, дербентское, вот Дербент Канти. Повторюсь, это 100% мускат. Вот такая пена. Ну, пена, как видим, пока не оседает. Очень мягкий, очень, даже это не фруктовый, а вот именно мягкий какой-то изысканный аромат. Немного персика. Очень вкусный, такой вкус невероятно, вот с кислинкой, очень хороший вкус. Как видим, пузырьки еще присутствуют. И вкус приятный, с кислинкой. Очень мягкий. Нет, все-таки вот дербентская здесь немного присутствует запах такой рисковатый. Здесь этого нет. Хочу сказать, что и то шампанское, вот эти игристые вина на Новый год вас не разочаруют. Вы, главное, охладить. И не будет каких-то неожиданностей. То есть очень мягкая и дербентская за 179 рублей вы сейчас можете купить по акции в Дикси. И в Метро, Канти, Асти. Все эти вина игристые
белые, полусладкие. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.